29 декабря, гиперэкстензия 110. Тяга с ямой 124.5, 4.5. 4 уже стоит. Будем пробовать делать жимы в одно лицо с дощечки. Из тех, кто сидел, конечно, один был. Нет, там там все становились. Ну, скучно было, реально скучно. Иди-ка пускай заняться в случае. Понимаешь? Thank you.
Двойка. Дальше пишите. Точно? Ну, не проработал. Знаешь, я обладываюсь. Короче, пауза, где-то, знаешь, в Александровске. Там, она может не стать. Только-только, вот так, газеты Томске есть, да, Томская неделя, но только-только, начали берется. Ну, у тебя может быть, короче, бронированный пол. Это конечно. Вот это с головой мы занимаемся. Вообще, нет, это свечи просто тик и все. О, его посмотрим. Ну, где, короче, короче так, мастер, да я знаю, как это свечи. Вверх или на себя. Мастер спорта, он был. Ну, и после с нее колпачок срывает. И, короче, прикалываю на его такая хуйня. Он, короче, с ножом и с рогатиной ходил, короче, на медведя. Зимой, то есть там находил, ну, охотник опытный, находил моры там, блядь, рогатины их оттуда разбудит нахуй, и, короче, там медведь вылезет, тот, короче, с ним рукопашный, с ножом, ну, и с рогатиной. Ну, четверых, короче, он завалил медведей. Ну, и на пятый... Во всяком случае, блядь. Ну, да, хоть, блядь, с ножом и с рогатиной, тогда, ну, не было у него видеокамеры, там, ничего такого, интересного. Ну, сначала вот голый, может, да. Ну, короче, пошел он на пятого. Разбудил он пятого, нахуй. Ну, и из норы, нахуй, вылез. Такая арматура, нахуй, там, кило на 400, короче. И он, короче, ну, как я понял, не умер. 170. Раз, два, три. Что, тянуть неохота за ножом? Седьмой подход. Хороший. Ну давай. Оп-оп. Всем здоровья.